Что, серьезно? Серьезно? Да, сестра моя живет только под Новозолском. Захватили серую зону, на Марьевку захватили ночью вчера. Вчера ночью зашли, уже танки переправляют. Короче, там было, ну как это, серая зона, а вот моя сестра живет там рядом. Она боится, я утром позвонил с работы. Она плачет, что с детьми делать, там же внуки. Ну, а ты понял, вот такие, во, я говорю, подвал прячете, нас обстреливают, и это. А сейчас же по новостям даже российское телевидение, это Скобеева, наше телевидение молчит новости. Я своих классов, думаю, что скажете, молчат, нифига такого. А по российскому показали четко. Они в деревню зашли, короче, жители, которые были, а в основном это серая зона, но она к нам относилась. Понял, деревня это населенный пункт у нас. И там получается 37 российских граждан уже, ну, в этой деревне. Остальные ДНРовские паспорта. Они зашли, пустые дома начали, местный житель убежал, говорит, дома пустые, начали разбирать, зоты, танки запустили, проволоку, ну, наверное, мины раскидывают сейчас, я не знаю, вроде показали беспилотник, этот Барактар зашел, наши, там сестра мне звонит, говорит, у нас секнул шаг, техника тут вообще, говорит, не знаю, или бойня начнется, говорю, вы там хоть пори посадку подкрывайте, чтобы, ну, детвора, там же у одной четверо вот такие, вот той двое нафиг, и они там вообще рядом все, буквально 5-6 километров. Я сам, наверное, ночью спать не буду, не знаю. Боже мой, это они рядом, черт я знаю, там начали технику, это что они будут еще подтаскивать, хохлы? Что там будет на ушах, не знаю. Как они, боже мой, и всех дома начали, ну, теперь, ну, людей, конечно, всех, наверное, там, у кого ДНРовские, российские паспорта, я российское телевидение, это Скобеева, смотрю, они, вот я посмотрю завтра, как Россия это, ну, я имею в виду, прохавает, хотя там не буду говорить тебе, по интернету прочитал, может, это, Деза, что, типа, самолеты российские уже, вертолеты, нахуй, блядь, заходят. Если Барактар, если они долбанули, Уже показали, отреагировали. или можем Вам там ты монтаж. здесь? Подожди, я сейчас в Дискорде. С нами еще сидят, ну, ребята здесь из Дискорда. Вартан, ты здесь? Да, в медиапространстве уже и Варгонза написал, еще несколько порталов, что это, Да. скорее всего, Байрактар, и украинское информагентство, их военное, тоже этого не отрицает. Ролики уже полным ходом везде выложены. Да, да, Так что да. отмазаться уже не получится никак. Что будет, как думаешь? Да, ничего не будет. Если будет выгодно, будут дальше людей убивать. Не будет выгодно, ну, дадут по щам и Да, все. он прав. Он тебе, я тебе говорю, если завтра все это прохавает, я имею в виду Россия, это все прохавает, я не знаю, так она и будет дальше, понимаешь? Все это, ну как это захватить населенный пункт, захватить вместе российские паспорта 37 человек и остальные ДНРовские. Ты сама знаешь, что им с ними будет. Без меня. Это я говорю о голове, это и те тоже, а мою, у моих всех там, я имею в виду и внучки, даже российский паспорт уже. Там половину все уже получали. В шоке. И вот сейчас они будут ночью сидеть, наверное, сидеть будут. Не, говорят, что успокойтесь, все будет нормально, нормально. Ну, конечно, вы говорите людям, а конкретно не объясняете. Не знаю, что. И наши молчат. Я же говорю, наше телевидение, я вот новости на одном канале, на втором все молчат даже. И даже вообще не говорят. Если бы я не узнал, он вот поскобил, что сестра мне сказала, я говорю, нас обстреливают, а она, я не знаю ничего, я одна дома с детьми, я не знаю, что мне делать. Я говорю, Боря бы, прыгайте хоть, Боря. Неужели началось? Не знаю, вот, черт знает, что будет. Если прохавает, не знаю, что-то или будет ответка. Так что дурдом, Ждем я тогда. тоже... Ждем, ждем. Да, но это завтра утром что-то, я не знаю, какие с этим, может, как прохавали вот с подполковника, что взяли они, взяли, специально зашли, как это СБУ. Это было все разработано, сработано четко было.
Там уже все знали, четко. СБУшники зашли, которая разведка взяла и все. Прохавали все. Ребята. Турецкие партнеры, значит, нормально все. Мороженку еще одну купят друг дружке, все будет хорошо. Да, да. Так что... Да, так все говорю. И у нас же против Байрактара у нас нету. А Басурин сказал, там беспилотник сбили. А что, какой? Ну, я имею в виду такой маленький. А это же ж не, его ни стрела ничего не возьмет. Только у России есть вооружение. Я не знал, говорили, вроде небо закрыли на 100 километров над нами. А тут открыто небо. Они, боже мой. Да небо давно уже закрыли бы, только а-ля-ля-ля-ля-ля-ля языком, и все. Я же думал, с Таганрога, с Ростова, все небо закрыто, этот кусок. Получается, она не закрыта, там они запустят, и все, и поперло. Так что вот такие плохие новости, Таня, так что нечего. Ну, что-то будем смотреть. Ну, тут пока молчат, нифига, я же говорю. Наше телевидение молчит. Ничего не говорит. Хотя бы уже сказали. Ну да, неизвестность хуже, чем... Да, 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 да. Людей предупредили, понимаешь, что... А СМС, паника. Вот эта СМС-рассылка, ничего, никаких предупреждений, ничего? Нету, нету, даже у меня... Вот даже не приходило ничего по моей. Хотя бы-то вышел и... предупредил, так-то, боже мой, не знаешь, что они молчат. Они сами, они, наверное, думали, так это и будет дальше продолжаться. Они же и Засядько сегодня утром обстреляли, в это, повредили там, боже мой, где газ находился, вот не знаю, починили или нет. А Засядько, почему только это Киевский район, около центра города, недалеко. Посрать. Обстреляли шахту. Да. Это вот утром. Ну, так что... Могу кое-что зачитать. Давай. Заявление СК РФ. Сегодня ряд СМИ сообщили о продолжении агрессивных действий украинских военнослужащих в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике, которые проводили многочисленные артиллерийские обстрелы населенных пунктов Тельмановского района, предположительно из орудий калибра 122 мм. В результате этих действий было повреждено газопровод, трансформаторные подстанции и другие объекты инфраструктуры. Большое количество зданий, в том числе школы и больницы, остались без электроэнергии. Также отмечается, что украинскими силовиками был захвачен населенный пункт Старомарьевка, в котором проживает не только граждане самопроизглашенной ДНР, но и граждане Российской Федерации. После этого украинские силовики начали незаконные обыски в домах граждан и задержания. Представитель Следственного комитета России поручил главному следственному управлению возбудить уголовное дело. В рамках расследования Следственный комитет даст правовую оценку действиям военнослужащих, которые отдали и исполнили приказ о проведении многочисленных обстрелов инфраструктуры Донбасса и иных незаконных действий в отношении граждан России. В соответствии с российским законодательством и нормами международного права СК России продолжит принимать все возможные усилия для установления обстоятельств преступлений против мира и безопасности человечества, совершаемые украинскими силовиками на Донбассе против мирных граждан. Доказательства, собранные Следственным комитетом, в будущем могут быть использованы в ходе судебных процессов по этим преступлениям. Но пока что слив засчитан. Мое личное мнение. Ну, мне тоже что-то кажется, если бы хотели, они бы просто-напросто уже их выдавили или что-то с ними сделали. А вот это вот, то, что доказать... Байрактар уже что-то... отправили бы, если бы хотели, бы там бы выжженная земля была бы. Да, да, да. Ну, да. Это если до утра что-то сейчас прохавают все, и так она останется. Вот это и люди останутся, я тебе говорю, и ничего не будет. Сейчас прохавают все. Так если... Если это пройдет, то они пойдут дальше. Конечно. Да, конечно, они пойдут уже попрут, они поняли, поймут, что... А там, я тебе говорю, моя сестра рядом. Это я тогда завтра, если они прохавают, я скажу, детвору сюда в Донецк, внуков я иду сюда перевезти. Они же... Да там один рывок. Я ж там тут на рыбалку летом был, ездил. Правильно, я же еще усмеялся. Я говорю, как вы... Боже мой, здесь по кальмиус. Они, получается, кальмиус. Они успели понтон бросить. А там же мост разрушен. Они понтон успели бросить. Потому что технику, танки завели.
И сейчас будут заводить еще, это ж плацдарм. И все, там рывок до Тельманова, что я ж на машине езжу, боже мой, по прямой 10 километров, если там, ну, там, на танках, это, боже мой, в течение 10 минут, 15-20 минут они будут в Тельманово, населенный пункт. Отрезают трассу, на Тельманово отрезают, все, Новоазовск, Седово отрезано, остается юг. Идут на границу, я считаю, что все, там ничего нету, ничего, техники нету. Там только с Ростова, с Новоазовской таможни, но я имею в виду, и российская таможня стоит. Я знаю, перерезают все это, и отрезают, и вот все, этот кусок отрезают, и пошли границы. А границы там к российской, сразу там буквально она вон, под Коньково там. От Тельмана тоже 10 километров, все, кратенько, все, они кусок оттуда обрубывают и все. И защищай можно. Так что не знаю. Завтра будет, ну, если прохавают, я тогда так она и пойдет дальше. Ничего не будет. Информацию. Ладно, будем ждать. Да, 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 Танюша, давай. Здоровья, бывай, держись. Давай. Блин. Ну это капец, если честно. Она сказала, да, говорит, я у нее спрашивал, говорит, Тельманово, который рядом, вот этот населенный пункт, говорит, да, говорит, они захватили. Кто с этим, говорит, не панику, не какой он. Не рассылаю. Виталий с этим блогером встретил, он говорит, я ничего. Да я смотрю и по нашей телевидению ничего не сказали. Батурин сказал, а у нашей телевидения молчит. А они же там, мне племянница рассказывает, мы работали, говорит, целый день рядом, а в Тельманово все люди не работали, потому что танки наши начали, туда, наверное, пошли. Говорит, все люди по подвалам, они же начали обстрел, говорит, захватили, вроде, говорит, всех людей согнали. И паспорта у них позабирали, сожгли, у кого российские паспорта, не знаю, что она мне сказала, то я и говорю, говорит. Они там местные же, знают же, говорит. Да, говорит, людей, говорит, уже заминировали всю территорию хохлы, ну, растяжек понаставили, проволоку натянули, говорит, зашли дома, которые пустые, начинают разбирать, укреплять нас. Вот и все, я, что мне сказали, то я говорю. Я ж не выдумаю. А наше телевидение ничего не говорит. Молчит и все. Не знаю утром, что будет. Ну, у нас даже этот самый... У нас и по России уже, я смотрю, вырезки новостей идут, что вот эта вот хрень началась. Понимаешь, я поэтому по российским тоже, видишь, вот сейчас «Звезду» смотрю, они вообще не говорят, молчат. Вообще, наша вообще ничего не говорит. Так что я не знаю. Звезда, они в онлайне редко работают. Ну вот, сестра говорит, племянница, ну там же что тоже, наверное, прослушка есть. Она мне отвечает, я говорю, что там у вас? Ну, идут салют. Ну, ты поняла, салют. А хер, идет интенсивный бой идет, и все. Говорит, слышишь, говорит, канонада идет, все. А что там идет, я не знаю. Так что. Вот такие это дела. Когда зеливы наиграются? Да, я не знаю. После этого, если... Я тоже в интернете сейчас к Михееву зашел. У него стримы. Ну, ты политолога, ты понял. Он, Михеева зашел, он там тоже... Это обсуждает, не знаю, кто говорят. Если проглотим дальше, что тогда что будет, вообще не знаю. Вот такие-то дела. Да, сегодня вот официально, что применили Байрактар. Дрон не пересекал да. Столкновение и управляемой бомбой уничтожил одну пушку. Да. Ну, два беспилотника наши, таких маленьких, я так понял, разведчиков, сбили два. Ну, это ж не Байрактар же, а два беспилотника просто, которые разведку ведут. Сбили. А такие, да.
или смонтировано видео, я не знаю. Техника, да, я еще у племянницы спросил, как, они говорят, ночью понтон бросили, там же как, скалы идут, камень течет, а они не могли, я говорю, как они прошли так, там мост разрушен, а они понтон бросили и перешли, все спокойно, и технику перевели. Не знаю. Ну, завтра будет, что-то будет ясно. Точно. Короче, выходные соглашения будут завтра. Да, ну там, я же говорю, не знаю. Или выход уже будет конкретно. Или я не знаю, что они тянут. Или признали нас бы уже Россия. Вообще, я дурею нафиг. Вот людей так мучат. И если это еще 37 человек россиян, если они согнали, говорят, документы позабирали в костер. И там же ДНРовские, ну я имею в виду наши паспорта и 37 человек российских паспорт, уже россиян спалили. Короче, если будет так. Выход из Минска, то, конечно, опять начнется мясорубка, и у вас тоже. Ну, конечно, а они по всей линии начнут тогда бухать. Начнут по всей линии, тут же, потому наверное, замолчат. Они и утром из Осядька обстреляли, этот повредили. Это Киевский район. Утром тоже. И я Калюку. Ладно, Таня, все, давай. Да. Бля, вы что, ну, когда мне это все рассказывают, мне крышу рвет, верите?